черном городе жила семья, в черной-черной квартире. И у этой семьи под черным шкафом сидел вампир. И под кроватью затаясь, и за углом буфета. Нельзя теперь в родителей стрелять из пистолета. Запрещено подстерегать на кухне и в гостиной, когда они на водопой идут тропою длинной. Проверьте, ваша доброта еще вознаградится. Родители всего одни и могут пригодиться. Советы укротителя на дикого родителя. Не надо топать и кричать, а надо лаской кричать. С днем рождения, Лёлик! С днем рождения, Лёлик!